Расслабление, состояние сатори или самадхи, очень простое упражнение, которое состоит в том, что нужно при вдохе отвести руки назад, прогнуться как можно дольше, задержать выдох, и при выдохе еще немножко подать вперед таз. При этом у вас получится вот что. Нервная система расслабится, и даже хрустнут позвонки в районе крестца. И это правильно. Я показываю. Состояние легкого опьянения, состояние расслабления наступает буквально через 16 секунд. Попробуйте, у вас все получится. И, пожалуйста, в комментариях напишите о вашем самочувствии, вашем ощущении. Желаю всем удачи. Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыгов.